Здравствуйте, мы к вам малышей привели. Здравствуйте, сейчас подойду. Подожди пока, я новеньких приму, а потом к тебе обратно. Здравствуйте, очень рада, что вас ко мне в группу перевели. Вам у нас понравится. Давайте, ребятки, заходите, скоро завтрак. Ну давай, давай, не бойся, иди, ну что ты встала? А скажите, пожалуйста, а где наша воспитательница и почему нас перевели в другую группу? Я хочу в свою группу. Потому что, к сожалению, и не знаю ли к радости, ваша группа на ремонт закрывается, и вас всех сюда перевели, а воспитательницу в отпуск отправили. Зато в сентябре пойдете в новенькую группу, красивенькую, после ремонта. Давайте, проходите, я не кусаюсь. Давай пойдем, что уж делать, раз сюда нас отправили. О, привет, ты тоже здесь, тебя тоже перевели. Ага, всю же группу сюда заселили. Воспитательница, я уже давно все. Бегу, бегу. Малыши и малышки, вы пока поиграйте, я пойду за завтраком. Никуда не убегайте. Давайте, кушайте, кушайте, все доедайте и пойдем гулять. Кто не доест, гулять не пойдет. Так, а я не поняла, а где третий? Что он кушать не идет? Ку-ку. Ку-ку-ку-ку, я просто гречневую кашу не люблю. Ага, попался. Бро, давай иди завтракай. В детском садике не работает, люблю, не люблю. Сегодня на завтрак гречневая каша. Давай, она очень полезная. Эх, полезная, не полезная. Как бы в рот-то она залезла, если я ее не хочу. Ладно, давай я тебя покормлю. Закрывай глаза и представь, что это твои любимые каша. Мороженые. Ну ладно, пусть будет мороженое. Так, ну все, поели, молодцы. Вы идите стройтесь на прогулку, я пока посуду приберу. Итак, по порядку рассчитайся. Первый, вторая, третья. Ой, вас сегодня так немного. Надеюсь, не потеряю вас на улице я. Все, наверное, разъехались по отпускам. Кто-то к бабушке в деревню, кто-то на моря. А кто-то просто бегает во дворе и не хочет ходить летом в детский сад. Да, ребята? Так, ну что, три моих малыша, за мной на площадку. Шагом марш. Лето, жара, как хорошо. Ага, солнце светит так, что я бы сейчас в луже искупалась, наверное. О, воспитательница, а можно нам бассейн, а? Бассейн? Нет, нельзя в бассейн, вы что? Эй, ты где, бро? О, бассейн, что ли, уже убежал? Ах ты, проказник. А ну, вылезай. Воспитательница, ну тут не глубоко, можно мы в шариках погуляем? А я говорю, вылезай. Нельзя по правилам вам бассейн из садика. Ай, ну вот, и воспитатель еще искупал. Ой, так-то тут одни шарики. Прохладненько, тенечек такой. Ладно, разрешаю. Ребята, идите все в бассейн, покупайте в шариках. А потом в группу, обедать и тихий час. А я здесь буду присматривать за вами. Я первая, нет, я. Вау, здорово, давайте паровозиком съедем с горки, а, друзья? Чук-чук, поехали. Ой, смотрите, как прыгаю я. Малыши, время, закругляйтесь. Пора в группу. Собирайтесь. Группу? Так быстро! Не хочу в группу, не хочу! Я здесь прячусь. Ну что, готовы? Один, два, два. А где три? Эй, вылезай! Я знаю, что ты тут. Ай-яй-яй. Опять воспитателя заставляешь в бассейн нырять? Я сейчас тебя найду. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. А кого найду, того в угол в садике поставлю. Не надо в угол, вот тут я. Пойдемте в детский сад. Ой, как нагулялись, наигрались и опять все скушали, молодцы. Так, а ты, бро, давай печеньки доедай, кефирчик допивай и баиньки. Баю, баюшки, баю, не ложитесь на краю, а не то придет волчок и укусит за бочок. Спите, малыши, мне пока надо в группе прибраться. Так, нужно пропылесосить всю группу, сейчас здесь все приберу. Вот он мой чудо-пылесос. Так, где тут кнопочка волшебная? Ну вот, поехали. Сейчас будет чистота. Где малыши находятся, там должно быть чисто. Никаких микробов, чтобы не болели детские конфетки. Вау, робот-пылесос! Я хочу посмотреть, как он работает. Ух ты, здорово, здорово, здорово! Ай, 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 не туда, не туда, не туда, не туда! Ой, ну вот почти все, чудо-пылесос какой-то, а? Ой, а там откуда столько крошек? Поехали, мой хороший. Давай, давай, давай.
Ну вот, чистота, красота. Выключаю тогда. Фу, ну все, тоже что ли полежать? Ой, нет, мне еще методический план писать. Эй, помогите! Малыши, что случилось? А где третий? Спасите, помогите! Не поняла. Бро, ты где? Бро, ты куда опять убежал? Вот почему ты все время бегаешь, а? Помогите, я тут! Да где тут-то? В пылесосе! Где? В пылесосе? Тук-тук-тук, ты как там оказался-то, а? Эй, бро, как мне тебя оттуда достать? Это что, шуточки? Ну-ка крикни что-нибудь опять. Помогите, я в пылесосе, я вышел посмотреть, как он пылесосит. А он такой мощный у меня. И я там оказался, здесь тесно и темно, и темноты боюсь ужасно. Ой, что делать, что делать, как мне его разобрать? А, ребята, не знаете? Крышку снять? Давайте попробуем, нужно срочно что-то предпринять. Это же надо в пылесос засосать. Ой, какой тяжеленный. Давайте снимать. Вот он. Фу, как же тут было громко. Я чуть с ума не сошел. Ага, а я, думаешь, не сошла, когда тебя в пылесосе услышала? Но почему ты все время меня не слушаешься? Все расскажу твоим родителям. Извините меня, пожалуйста, только не рассказывайте им про пылесос. Не надо, а то меня накажут. Мне просто любопытно так все. А взрослых спрашиваешь, а они ничего не скажут. Вот расскажите мне, как работает этот чудо-робот-пылесос. Я так посмотреть хотел, подошел, а у меня... И я улетел. Эх, любопытные вы малыши, все-то вам знать охота. Ладно, слушайте, расскажу я вам про работу пылесоса. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки. Также не забывайте подписываться на наш канал Дреналка ТВ. Там про веселую семейку Катя и Макса. Ставьте лайки. А малыши пока будут спать. Вы спали в садике? Наверное, не любили спать. Давайте, малыши, пылесос начинает работать.